Надо, чтобы забить, чтобы больше мяч хочет. Один гол, а с одного. Можно начать что-то больше. Но для начала хотя бы один. Шансы, надо признать, были. Непосредственно в этом эпизоде. Поражать ворота, но перемите зато. Кажется, уже переводить хотя бы один забитый гол, повторюсь, один не нужно обязательно. Не знаю, легко отпускать Титана, вспоминаем сразу про расклад, и в этом плане очень здорово, что мы сразу в начале матча этот расклад как бы отложили, да, вот, как в умножении стол, разумеет, да? Также на полочку отложили на этот расклад, и если что, раз и достаем спокойненько. И вспоминаем, что нельзя ни в коем случае тройки пускать слишком много и не забивать тройку ничего. Но газон тоже делает свое. Газон на счет импакт. Для Титана, конечно, домашний газон, возможно, не так все плохо, но по большому счету снег везде одинаковый, газон уже очень скользкий покрытие, просто даже я не знаю, что сравнить. Опасный прострел, и Майч бушует в свои ворота, я замкнул эту прострельную передачу, но если бы не бушует, то было кому направить этот мяч уже непосредственно в ворота, и я не уверен, что с этим справился. Получается, владение-то в опасной близости к воротам Титана достается их соперникам. Здесь можно забить. Опять я уже устал намекать, в принципе, на забитый гол. Вот я просто скажу, что пора. Иначе так ничего не добьемся. Медведь ставит корпус. Конечно, оказывается, технически работал мяч, освободился от отвечи, передачу смог сделать, и даже в конце этого эпизода, когда мы уже медведь мало причастен, остается штансером с мячом. Красиво. Я, кстати, заметил интересную особенность на скамейке у авангарда собака, чей-то питомец. Да, непосредственно футбольное поле, а выводит щенков, ну, может быть, это не щенок, опасный момент, справляется. С этим удар был не очень сильный. Вот, передача на правый фланг, удастся не зафиксировать. Выступает в такой фиолетовой форме с желтыми элементами, опасная ситуация. Титана лидер. Смотрите, где оказывается центр форма. По-моему, поджали красные своих соперников. Последний, Коста, он один, да, Коста. Ну, не то, что совсем поджали, но минимум не дают. Дали на Титану раньше, но вот сейчас такая досадная ошибка, не дают по 1-1 надо решать. Ну, вратарь справляется, ой-ой-ой, не смог приоткрыть Титану ничего сделать в этой ситуации со своим соперником, со своим оппонентом Максимом Кликиным. Ну, тут накликал просто сейф великолепный.
он в любом случае был бы великолепным, потому что Медведев выходил, ну, как в футболе называется, 1-0. Пошел, Леша, пошел! Ничего не получилось, все остается прежним. Разве что... О, мех, кого? Мех, давай! Медведева менять! Влад, ты куда ушел? Плохая передача, и Клинину скидка, удар из-под себя, и как же не забивает сейчас шестой номер. Ой-ой-ой, вот это момент, вот это хороший же момент. Наконец-то у авангарда очень приличный такой, таким, как говорится. Антон, нарезай! Прогони его!
пытаются. Давай, давай. Алиста, авангард. Опасная ситуация. Кликин. Как-то сыграл не очень. Хорош, Рома, здорово, Феф, хорош. Давай, сядьте чуть. Мяч штрафной у Титана. Олег справа, внимательно, Олег. Остается на выносит и может быть опасно атака, но вновь здесь не встает, движение очень здорово играет Денис Сучков, который раз уже опережает выбегающих футболистов. Давай вышли ближе к месту. Судья, тебе сказали, как это? Судья дает свисток в окончании первого тайма 3-0. Титан впереди, подождем. Второго тайма, подождем. Самое обидное, что уже сыграла тройка с пищевиком, но еще нигде счета нет. Уже сыграла? Они в 2:15 сегодня играли. Еще счет-то не занесли еще. Ну, потому что... Ника-ВРК большие. Замена, Рэп! Рэп! Голя! Голя! Ника просто обычный, а ВРК большие. Не знаю пока почему. Я вот обновлял. Может там что есть сейчас, конечно. Подождите здесь, ребят. Здесь подождите. Трудно выйти. Получается, на сколько времени? 17. Хорошая передача. Один! Один! Хорош, Вить! Замена, Рэх, вот на бок один. Сань! Кого-то избил просто. Бить! 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 Что согреться? Иди, 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 и
Ты готов к переезду в Сибирь? Так, дорогие друзья, ну что ж, возвращаемся. Второй тайм матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ЛПЛ. Группа С, команды Титан и Авангард. Запад и Восток. Все разговоры. Романтично звучит афишка этого противостояния. 3-0. Счет. Титан впереди. Я хотел фамин смотрим. Так, развивать события дальше. В первую очередь смотрим, что придумает Авангард, чтобы занять все-таки первое место в этой группе. Но пока все выглядит достаточно однобоко. Хотя концовку первого тайма Авангард принимает очень многообещающий. На мой взгляд, даже заслужил один гол, но не забил. Это все-таки очень важная поправочка. Сам! Табло. Молодец! Не изменил. Молодец, Витя! Авангард. Поэтому надо забивать. Надо, конечно. Лёха, смотри, смотри его, да! Сейчас не получается у Сычкова отправить мяч в дальний угол ворот Титана. Начало, представьте, начало. Но Сычков, конечно, очень активен. Опять он. Передача, которая Титан, который готов открываться, и к тому же в прошлом эпизоде он же Сычков получил очень опасный удар. Титан получает свое распоряжение штрафной. Что здесь и пробить можно, кстати говоря, мяча Шамарин, да, Севастьянов тоже рядом. Вот удар Севастьянова скручивает, качает Севастьянов, бьет, не очень сильно получается, возня штрафной, и кто победителем выйдет из этой возни, Жак Шамарин, удар! И едва ли под перекладину не залепил просто. Тащит, сам, сам! Шамарин, но... Вратарь справился. Конечно, сейв Кликина просто всем сейвом сейв. Вот на сегодняшний вечер. Один из лучших, точно. Еще один удар поворота. Че ты стоишь ему? Не кричи, Николай. Будет, наверное, еще один. Авангард. С этой атакой. Начинает там. Держит в тонусе. Подойди. Когда очень дорогостоящий оборот, летит мяч. Всегда как-то задумываешься о чем-то. Это ты пиздишь, это нормально, да? Кто-то начинает, и что, при очень большом старании может вообще в плей-офф не попасть команда «Авангард». «Авангард» останется на втором месте, но вот по такой игре, которую я сейчас наблюдаю. Вот, но до сих пор также у меня там еще нет, что выиграет. «Авангард» и спокойненько себе выходит. Хорош, Жень, умница!
из этой группы С. Назвал бы ее вот группой смерти сразу же после прошлого сезона, потому что здесь играет сильный Титан, сильная тройка, ну Титан вообще такая же сильная команда Авангард, и там играл Пищевик, Шато Пищевик, который в прошлом году выиграл Юго-Запад с огромным отрывом, очень легко там, то есть пройдясь по всем соперникам, я даже не знаю чем, вот, не хватает просто словарного запаса, потому что описать то, как легко Пищевик просто двигался. Вот если бы я сразу эту группу увидел, я бы сказал, ну это точно, это смерть. Просто группа сам ужас. Сзади. Да, но Пищевик, конечно, как-то в этом сезоне выпал. Не самая удачная транспортная политика, но лет, летом. Лежно, в общем, по-моему. Артём Гавитюша! Середняка. Право, Олег! Далее! Вы ближе, ближе! Егор, ближе! Группа не выглядит такой серьезной, но по-прежнему очень и очень. Ваня, полоборота! Ваня, подай! Авангард с мячом. Отличная атака, очень... Максима Брунковым. Находит она в итоге от Александра. Один! Эй, твой бросай, все! Пункт у тебя правый! Один! Ближе! Могло бы все получиться очень опасно, но Клинин вновь с мячом. Шамарина надо проходить. Раз, вроде получается. Клинин удар! Хорош, вот! Едва-едва. Давайте, давайте! Решением судьи, я делал по этому поводу замечание, ну, в смысле, что все поняли очень, настолько, что даже кое-что сказал. Естественно, мне понравилось, но команда вообще. Медведев технично в касание переводит мяч на партнера, но там Савази! На прошлый момент зафиксировал мяч, каким-то образом обработал его получше.
атаку вычитали, если получилось, мы сыграем. Иначе линии поля. Кстати говоря, за такое усердие Попкова ему можно было бы еще и жёлтый. Я бы потом сказал, изначально не палил вообще, потом после свистка уже пожал. Конечно, могло бы сказаться. Ну, не в игре. Авангард, опасная атака. 3-1. Ну что ж за передача-то, надо забивать авангарду. Ну, конечно, так Брюхо Карпу мяч в силе удалось. Пробить должным образом. Авангарда, да, момента был чуть больше, чем 100%. А сейчас в другую сторону атака бежит, но передача вновь не получается. На сей раз уже упал Белова. Медведев борется и, по-моему, выигрывает даже борьбу. Да, будет угловой у Титана, но очень плохо боролся в атаке. Но вот Белов, да, чуть-чуть не хватило Белова в точности передачи. И задумки. Что вы видели в этом матче? Капков, ну там, мне кажется, можно еще на пару метров вперед подойти. Подача Капкова и забивает сейчас головой. Давай, несмотря на счет, сейчас на поле происходит 65 на 40. 5 даже, я использую авангард. Счет почему-то не меняется. На перевес в 10% недостаточно. Забить хотя бы один гол в ворота Титана. Но там, мне кажется, сейчас держали откровенно. Правило нарушает. Опасно. Все развивается. Неплохая передача с правого фланга на левый, а авангард. Может быть, конец не подойдет, потому что ворота на Шамаем просто не пройти. Вот сегодня лучший игрок в матче. Вали, не вали! При этом авангард удается разрезать сейчас едва Сучков не нанес удар, не хватило чуть-чуть времени, чтобы разобраться как-то с самим собой, чтобы нанести все-таки удар в ворота прямо с подноги на чумок. Вывели, но Сучков, защитник, оказался просто в центре штрафной, понял, что никто больше не забьет, кроме него. Ну, сейчас Сучков забивает удар. Не изменил счет. Который никто, кстати, который даже Медведев не смог изменить. Опасная ситуация какая. И просто сумасшедший удар головой наносит Максим Мухин. С ним справляется Карпов. Будет давай, еще один. Внимательно! Там был сейчас там был уже. Игроков, авангарда, подача. Подача будет. Да, есть подача. На дальнюю даже штангу отдали границу штрафной. Удар с лёта не получился. Передачу не смог бы принять Шамарин. Вот что, борьба корпуса. Так, доктор записал. Сейчас докопаться. Титан, на самом деле, у своих ворот тут уже допускает ошибку на тайм. Тащи! Еще тащи! Они атаку 4 в 2 просто в свою сторону. Все, 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 все,
не получился. Андрей, чип, контр, атаку. Уже в обратную сторону и рукой. Так, но, видимо, я умысла в этом не увидел. Все в порядке. Рикошет опасный. Давайте, не залетает в ворота. Карпа уже хотя, наверное, как убрал. Без рикошета рикошет не подал. Ведь боролся все-таки, сохранил мячик, но ненадолго это его забирает. Я левый тысяч. Да. Один. Я не верю, что счет у нас так и не изменится. Но уже нет. За 15 минут второго тайма, когда должно было все кардинально. Эмоция остается таким. Осталось да. 15 минут. У авангарда все меньше и меньше шансов. Даже на то, чтобы просто сравнять. Перейти к хотя было близко. Середину, еще даже в первом тайме были моменты, но как-то вот не хватает чего-то. Здорово развивался так и Титан, но очень здорово также прочитал. Киселев, то есть нужно накрывать, но Клинин идет, сам Клинин, что передачу-то надо было отдать, Клинин. Сейчас его просто оттеснит Шамарин, естественно, это и происходит, Клинин тоже участвует в борьбе, здесь все чисто, да, считает судья, Янко проходит дальше, и что там, вот, было пить, срывает, пустком обидно, так. Дальше, отдает на партнера Шамарин. Сильная передача, но судя по тому, как недоволен Шамарин. Передача не то, что хотел. Получилось. Шамарин прибежал просто, разогнался. Как электричка просто, сказали бы лучше. Эксперты футбольного дела, да, прибежал в полполя. Соперники, по-моему, тоже не знают, особенно, что это будет. Появляется на газоне. Авангарда целая тройная замена. Второй Малаян. Сейчас мяч может получить. Но нет, Малаян отходит уже. Дадут мяч. Ну и вбрасывание какое-то, честно говоря, такое новаторское. Скажем, на своей линии ворот. Еще у нас Кремитин, говорит, Кремитин в первом тайме такой удар наносил, и все-таки его заблокировали. Самый первый, пожалуй, опасный момент на ворот. Шарламов с мячом. Отдает передачу. Здесь рукой Агапцев. А как все было неплохо, да? Но все-таки рукой надо делать в футболе. Большое сожаление, все-таки гораздо проще было. Партнера, но здесь на самом деле у Харламова фланг абсолютно свободен, почему-то не видит ни защитника Титана, ни игроки авангарда до сих пор не видят, даже те, кто есть на скамейке, обычно оттуда поступают очень хорошие советы, но авангард уже без этого левого фланга, без Харламова добирается до штрафной примерно Титана и вынужден уже вместе с красным оттуда выходить. Константин Прокопьев сейчас появится на хозяином в составе авангарда, поменяет одного из игроков. Выше, стой! На поле окажется Александр Журавлев. Возможно, сейчас его помощь очень-очень пригодится. Перехватит, потому что вот эта передача.
Агапцевым. Здесь здорово разыгрывает Агапцев. Парашютик, и едва ли он не попадает под дальнюю штангу. Ой-ой-ой. Технично Агапцев сделал, конечно. И скорость-то была большая. Очень технично. Кстати говоря, хочется извиниться за год совершенно. Предстоит еще сыграть Пищевику и тройке. Да, но уже матч состоялся. Проблема одна только с результатом, но матч уже состоялся в 14:15. Сегодня. Здесь, конечно, суперпочему выходят две команды. Наши титаны не очень подошли. Мы же, может, авангард забить, я все жду, вижу, что интрига жива, друзья, да, интрига жива, нет, но, конечно, не кажется. Так, ну она, может быть, она еще и жива, чем-то болеет, опасный момент. Смотрел, вот это осталось. Гол чуть менее 6 минут до конца этого матча. И чуть менее 6 минут у авангарда на то, чтобы забить 1-2-3 или даже 4 гола вытащить на серию пенальти. Но это совсем из области фантастики. Хорошая атака авангарда, но почему же сейчас четвертый номер на Балаян так безинициативно как-то выступает, вот чуть-чуть ускорится, получил бы мяч, побежал бы дальше. Так зачем остановился? Там же 4-2 выходил авангард, но тем не менее штрафной. Причем все равно останутся футболисты в красной форме. Харламов. Длинный фаул. Футболисты общаются с судьей. Он не выполнил правильно. Удар следует, да, по замысловатой траектории прилетел мяч, я не знаю, что она повлияла, ветер или закручивание. По сути, мяч, но в итоге он не попал. Поворотом. По-моему, там сейчас. Карточку. Свободно. Причем не стесненное выражение в адрес судьи. Да, ну это, пожалуй, первая карточка, если он смотрит в матче. Отдай! Желтая карточка в этом матче. Несмотря на градус, там почти настолько вот одна желтая есть. Кто пока повторю за это, видимо, выражение. Севастьянов. Ну, здесь нужен дриблинг хороший. Подвела на самом-то деле техникой, но судья здесь углядел блокировку, что ли, а сейчас я не знаю, сейчас я не вижу. То есть никакого движения в сторону Севастьянова не было. Но судья опять-таки идет. Все время титан, наверное. Рабочий. Вот здесь Шамарин сейчас, он Шамарин еще не сидел. И забивает Капков. Это 5-0, да, уже? Капков, ну, вовремя подставился здесь, потому что точно идеальный гол, хорошие удары издали, но если бы Капков здесь не подправил траекторию полета мяча, то можно сказать, что было бы не было. Так 5-0, там третий, ну, конечно, забивает пятый гол для своей команды. Севастьянов. В очередной раз убегает по левому флангу и зачем же
Попов залезть, может, было на Попова сыграть, он в любом случае направляет только в сторону ворот. Последние несколько минут. Сбрасывание хорошее, Медведев там пытался скинуть, останется без мяча. Мне кажется, после этого пятого гола Титан еще как-то зарядился. Стал еще активнее. Да, да, и полторы минуты до конца встреча остается. Я думаю, что уже нет никаких сомнений, что при такой борьбе здесь ничего уже не произойдет, может быть. А вот как подарить один гол, может быть, еще один гол подарит нам Титан, но вот кардинально, вы понимаете сами, ничего не изменится. Это значит, что Титан выходит со второго места. С первого. С первого места, да. С второго места выходит Авангард, естественно. Смотрел за развитием этой атаки. Через себя. Ну и добился сейчас Перемитин гола. Поздравим футболиста еще в первом тайме. В втором тайме был момент также Перемитина. И сейчас даже может быть еще один момент у Анатолия, но пока нет, не получится. Авангард останется с мячом. Харламов. Хорошая передача, но я перехватывался с Титановичем. Траектория казалась немного другой. В начале полет от мяча, удар, как он справляется, но тут совсем секундочки остаются. До конца матча вполне возможно, что судья добавит минуту основному времени. Исполнять оно на что-то вряд ли способно. Вернусь. Бля, вам телефоны не дать поснимать, бля, как его расстреливают. Это гол. Поборолись максимально. Никто и конкуренции в плане выхода дальше не составит. Поздравляем, поэтому обе команды с выходом в плей-офф с продолжением выступления Лиги чемпионов ЛФЛ. Друзья, спасибо, что смотрели этот матч. Смотрите и другие трансляции на ЛФЛ ТВ. Середина, кто середина? Сядь, черт, и сядь! Какая нахрен серия пенальти? Ты два раза сказал серия пенальти в случае ничьей. А это же групповой этап. Тебе не идет. Воля, блядь! Воля! 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 Во
Хотелось бы, но нет. Иди на танцы сходи тогда. Дружище, я тебя прошу, пожалуйста, давай не будем сейчас нагнетать. Ну все уже, ну я его, блядь, сам отругал. Ну зачем просто сейчас, давайте нагнетать с ним. Ну зачем? Ну это мой бро. Я руководитель команды. Пусть скажет. За протоколом, наверное, побежал. Успокаивайте себя, успокаивайте. Может, еще кому-то в голову прямой эфир. Давай.
что я вообще не знаю. Домашний. Это футбол. А что там за шутка была? Что? Если что, я запустил. Запустился? Я запустил, а что я запустил, я не знаю. Бога нет. Что, работает? Нет? Добрый вечер, последний раз. Наконец-то сегодня будем поговорить о футболе. Это кубок ЛФЛ, шестой клуб. Матч между командами Успенская и НИКВРК. Успенская играет дома. Это команда с Запада. Премьер-лига Запада. Высшая лига. Николай! Лига Запада. Ворон, ворон! Ворон! Кубка ЛФЛ. Ну и я в общем преисполнился. Своей жизни Ника видел. Чуть-чуть меньше. Видел здесь хозяева, команда, которая так более или менее должна все-таки забирать очки. Вот уже первый опасный момент у ворот. Ворот. Тариш. Александр Тариш сегодня защищает ворота. Ника ВРК. Ника, соответственно, играет в бело-синем. Традиционно для себя бело-синий футбол. Еще поближе. Команда Успенская в черном. Также традиционно для себя. Ну, просто форму. Ой, тоже черный. Реф, замену можно? Ника, чем? Да, точно, Ника, я не оговорился. Друг, конечно, друг. Удар будет и гол, счет открыт. Давай, давай. Это интересный момент, между прочим. Такого развития вряд ли кто-то ожидал. Настоящего. Сейчас это... Не переодевайся, здесь Серега. Не, все. А, ну что, тогда хорошо. Давай, тогда переодевайся, пусть переодевайся. Все, без изменений. Я думаю, что перейдем к составу. Прямо вот после этой атаки Ники хороший наброс на штрафной. Нормально. Сейчас в центре поля Ника побежала дальше. Юша здорово открылся на фланге. Покидает пределов поля, но просыпаться будем уже. Останется он все-таки. Футболист Ники. Плакси. Собирает его. Ну что ж, давайте начнем тогда с составами разбираться потихонечку. Начнем с команды Ника. Повторюсь, они играют в бело-сине-черном. Ворота, я уже успел представить, номер один Александр Таришко. Полевые игроки 19-й Тарк, 18-й Комаров, 8-й Озеро, 15-й Панин, 85-й Плакси, 4-й Потап Никита, капитан команды, 94-й Староверов, 69-й еще есть Староверов. Дайте по нам показал. И 9-й Юша. Это что касается состава Ники. О составе Успенского чуть-чуть попозже. Опасный момент. Сейчас у ворот Ники. Пустые ворота просто оставляют на съедение нападающего Успенского. Давай, Вить, стоит.
вот этот момент. Еще вот уже равный. А ведь я говорил, что это будет интересно вообще. Вот здесь я уверен на 100%, что это будет так. Иван Шалыгин, кстати говоря, забил первый гол для Успенского. Итак, со второго ворота. Виктор Рахманько под номером один также выступает, как его сегодняшний оппонент. В команде Ника. Опасная атака от Ники. Ой, ее сейчас могла быть опасной, если бы передача прошла. Итак, полевые игроки. Акименко 10-й, Ботов 23-й, Грибанов 69-й, 27-й Мухамершин, 18-й Панченко, 22-й Рамжая. 3-й Спирин, 29-й Кусини, 7-й Шалыгин, 38-й Шевчук и 13-й Вильчик. Будем надеяться, что никого я не упустил, потому что, честно говоря, у нас тут небольшой коллапс, да, случился? Очень небольшой, друзья, но еще продолжает работать. Здорово, как сейчас увидел Душина, партнер по команде, но Юшин сам затянул, по-моему. Есть сзади партнер, Юшин сам его не видит, вот его почему-то видит, да, Юшин сам голову не поднимает. Хотя, с другой стороны, затылок глаз нет, как говорится, обычно. Сейчас Ника, опасная ситуация, передача не проходит, конечно, для поставил. Это было слишком читаемо, учитывая то, что единственный футболист. Там за спинами защитников Александр Карпов был. Давай, Серег, левая нога! Знали довольно хорошо, как показывает практика. Плаксин. Плаксин крутится, качается. Да, Ника, по-моему, не настроена на победу, хотя, насколько я помню, по группе там это уже не так важно, именно в контексте Ники. Они уже третьи, в любом случае. Примерно то, о чем я и говорил, Ника сейчас располагается на третьем месте в своей группе. Успенский впереди, на втором месте, соответственно, отстает Ника на 4 очка от своих сегодняшних соперников. Естественно, за один матч 4 очка заработать невозможно никаким образом. Именно поэтому, в принципе, Ники не зачем бороться, но Успенский, с другой стороны, очень выгодно. Победа. А тут 7-8. На дали двое у Ворона. Витя помогает. Да, Витя, здорово. В таком случае больше радости, как говорится, получили. Да, ну, Ника, похоже, что покидает чемпионат, но, как мы знаем, вот эти темпераментные команды с юго-запада любят так зажигать напоследок. А пока абсолютно другая ситуация. Таришку просто обводят. Ой-ой-ой. Шалоги дубль, кстати говоря, делает. Нет, давайте все команды убежим туда. Дубль. Так просто матешу будем. Открывай все дальше. Первым кайф. Серег, дальняя штанга, серый! За что? Три в одного, три в одного! Это за все, но вот команда Ника, на самом деле, можно болеть за кого угодно, можно болеть за Успенского, пожалуйста. Там Ника не бежит. Но тем временем 2-1. Счет. Иван Шалыгин для своей команды. Дубль, но на спине у него цифра 7 располагается, он играет под 7-м номером, да, и поэтому все располагается. Витя один, Витя один! Нет, человек активно пока разыгрывает этот штрафной футболиста, и ну и что, Ника нужно добивать дальше. Жать еще Плаксин, удар, но это, в общем-то, больше было похоже на наброс, на такой же наброс, которым Павел Белов. Давай! 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 Дав
на партнера, ну как-то нет. Пока нужно еще раз попытаться, нужно рестарт, начать заново, там, не знаю, какую еще кнопочку стоит нажать. Успенская как будто вот хочет успокоить. Не нравится, что в Лапоре происходит. Но можно понять, естественно, Успенская здесь борется за очки. На поле только одна из двух команд просто получает удовольствие от футбола. Вторая действительно пытается заработать три очка и бороться еще за первое место в группе. Это, конечно, нужно. Свисток, футболисты услышали, я так понимаю, с другого поля, и на этим вызвано смятение. Таришко, прекрасный сейв, правда, мяч не летел в ворота, но это совершенно не важно. Таришко демонстрировал свои потрясающие атакующие способности. Извините меня. Не просто так. Как всегда, да? Очередной раз в атаке. Мне кажется, нужно Шалыгину отдать мяч. Он просто дважды забивал. Возможно, и третий раз получится. Но тут без него все неплохо. Отличный удар по воротам Ники. Наносит 10-й номер. 10-й номер Успенского. Данила Кименко. Очень подзволил. На самом деле был. Нет, даже не так. Хороший, его блокируют. Да, но на самом деле тайм закончился на поле.